Всем привет! Короче, мы сейчас побывали на горке, и она вообще страшная, прикольная. Страшная, но прикольная. Наоборот, сначала страшно, а потом прикольно. Да. Еще раз, ребят, ну что ж, я покатился на вот этой вот горке. И как бы такие ощущения, как будто, ну, я катался на бабочке, а вот это, ну, какая-то средняя. Но... Средняя, но мне понравилось. Что ж, еще раз привет, и я катался в прямом смысле слова на горке под названием унитаз. Это было прям шикарно, я почувствовала себя ёршиком. Вообще круто и много эмоций. Вот, ребят, вот и подошло мое видео к концу. Всем пока, до новых встреч!